то, что мы еще раз собрались в таком дружеском кругу. К сожалению, вызовы и угрозы, которые мы видим, прежде всего извне, с каждым годом только растут. Приходится признать, к сожалению, и то, что ответные вопросы требуются решать сами вместе. Сегодня вместе подвести итоги работы содружества между нами и Россией со всеми странами. Совместного промышленного производства и научного потенциала. Как результат, укрепился экономический и финансовый субъект. Итогом текущего года он достигнет на фоне непростой ситуации, вызванной вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, однако, что мы готовы и будем сотрудничать и дружбами, а также другими структурами, отвечающими за обеспечение. Меняющие силы, скрепляющие наши многонациональные. В 2023 году год русского языка. Я хотел бы поговорить о неформальной обстановке. Как обычно это проходит весьма продуктивно.